еще один добивание, и 5-2 счет становится. Мария Полоскова со своим разговором в составе в итоге, но и остается 17, и, скорее всего, и на этом все сегодня. Ну, тяжеловато все-таки, приходит сюда уже переход, пресловутый взрослый хоккей, но вы посмотрите, какой выход сейчас получается у гостевой команды, и Мария Полоскова, шикарный бросок из левого круга вбрасывания. Меньшинство у 7.62. Это Сажина, Полоскова, Шмелева и Елизавета Величко. В меньшинстве 7.62. Атакует момент. Какой у Полосковой. И 4-1 счет становится. В меньшинстве забрасывать это клево. Особенно, когда это счет 4-0, и вот такое демонстрирует команда из Воскресенска. Подсказывают там друг другу. Вот пошел наброс на ворота, и Мария Сорокина выручает, но не в этом эпизоде, в первом, да, тут нет. Удачное обнаружение вот этого варианта с подбором, и Мария Полоскова, 74 номер. Ну, короче, Торнадо будет играть в Челябинске, делать лица так. Достаточно быстро это будет. И какой момент сразу же возникает возле ворот Гюбели. Моментище. И гола нет пока что. Я разводит. И нет, все-таки гол. Все-таки гол, да. 7.62 открывает счет. Сейчас 31-0. Вот так вот. Неожиданно быстро. И как раз для Гюбели такой холодный душ получается на второй минуте первого периода. Уже 7.62 забивает, но при этом сразу же главный судья отправляется смотреть момент. И да, это гол. Можно будет сходить в Воскресенск сразу на два матча. А здесь хороший момент. 7.62 и гол. Одну шайбу отыгрывают. Это у нас забросила Мария Полоскова, номер 74. Хороший кистевой бросочек. И сейчас становится 2-1. Сейчас становится 2-1. Одна из шайб отыграна команды 7.62. Подбор снова Заха, шайба в воротах все-таки Золотарева не оставила ворота сухими. И шайбу пропустила, но вот этот проброс, да, проброс, и вот к чему мы пришли с вами к заброшенной шайбе команды 7.62. Так уже развивала сборная команды Свердловской области. Мария Полоскова. Рушпин, смещение в сторону, бросок и гол, она открывает счет в этом противостоянии. Первая шайба, хотя мы уже на завершении второго периода находились, она случилась за 1 минуту и 37 секунд до завершения среднего игрового отрезка. Вот такое вот стремительное прохождение практически всей площадки от Марии Полосковой. Ну или просто ее не отдать соперницу. Не получилось. Передача хорошая вперед и момент. И гол! Забивает Мария Полоскова, выйдя 1-1 с Равилёй Айнуловой. Как ни старалась, как ни пыталась ей помешать какие-то пушки команды, ничего она не сумела делать.